вот с такими вообще класс. Потому что оно как бы обманка. Крутись, Маша, вертись. Да. Повернись, Маша, папа снимает. Видишь, обманка. Ну, это с какими-то леггинсами, джинсами. Можно, кстати, леггинсы спортивные купить в обтяг. Ну, вот хорошо спортивный стиль. Вот так, ладно, сейчас будет мерить вот следующую. Это побольше. Но она и должна быть побольше. Снимаешь, пап? Да. Как это по качеству? Тут тебе некоторые не нравятся, как тело. Не, мне нравится все. Ну иди к зеркальцу, посмотри. Ну, это просто обычная с джинсами. Это не то, что там какая-то нарядность. Ну, вот просто носить. Как? Супер. Можно дать тебе щупать. Она такая, не тело она, нормально? Она, ну, она, да, не очень легкая. Ну, она не растянется сразу, потому что у нее там есть дены. Ну, то есть не такая, как прям домашняя, но она не толстая. Так, ну и вот это последнее, которое ты просила, это чуть-чуть даже, вот видишь, такая. Сейчас. Там что-то. Кстати, смотри, покажи, как я одета. Галочка. Я вот? Да. Вот мой. С меня джинсы сваливаются. Так, ну это под рубашку она хочет, поэтому она как бы никакой. Ну, кстати, смотри, оно спереди вот так идет и сзади. То есть оно как бы, это не нижнее белье, оно сделано именно, что, ну, носить на вынос. Да, это вообще написано, это фуфайка для спорта, не спорта. Для спорта. То есть ты видишь, что вот фуфайка. Смотри, вернись боком. Видишь, бок выше. То есть так, ну, сделано оригинально, чтобы, а это, ну, иди посмотри в зеркало. Фуфайка. Тулупчик-то нету там? По размеру очень хороши, и это... Ну, я на ее, говорю, вкус выбирала, потому что на свой-то я могла выбрать что угодно, у меня вот это. Да, я тут смотрю, ну как, нормально? Ну-ка иди одень рубашку какую-нибудь. Какая. Какую рубашку ты хотел сверху одевать? Сейчас, скажи. Плечи-то и свои вот эти. Понятая? А, ну ее надо добавить. Нет, так это так стиль это такой. Это фасон, да, должен быть вот так вот болтаться. Должен. Маша, ну мне кажется, подожди, ну мне кажется, что под это надо вот сунь. Смотри, free in my mind, не просто, вот так вот будет выглядеть, как раз, видишь, ты не закрывай, это же надо вот так, и вот так это будет уже смотреться. Видишь? Да, вот эту будешь, можно тоже носить, но ту можно, но вот это нужно яркое пятно под рубашку, потому что рубашка это не застегивается, она вот так вот. Но она тоже здесь написана, это стиль такой вот. Но она такая громадная. Ну это стиль такой. У Дани в классе девочка вот точно в такой же ходила, у Дани, да, в классе. Причем она меньше, чем Маша. Такого же, как у меня, размер, вот так вот она болтается. В общем, и на эту сможешь одеть, и на эту. Только вот это с джинсами, это, на это ничего не надо одевать. Это надо одевать вот с какими-то штанами. Так, на. Ну все, если тебе подходит... А там на этой на вот это написано, что предварительная стирка обязательно. Ну, как почему они, ну, так положи. Пишут? Они там что-то обрабатывают ее? Ну положи в стирку, господи. Это химией? Все класс. Чтоб таракан не съели. Не, ну вот это зачем? Вот это не надо класть, мне кажется. Ну что хочешь, положи, я не знаю. Просто ты же хотела носить уже. Ну тогда я положу только вот эту. В общем, мы побыли дома. Ну, чуть-чуть. Маша вот померила одежду. Сережа заснял это. Вот, все. Едем теперь, как и хотели, в 5-й авеню, вот уже доехали, и пойдем купим роллы. Данька будет роллы тоже. Маша, по-моему, заказала что-то там, ну, Сережа она сказала. В общем, мы будем роллы. А что там заказали другие, не знаю, сейчас посмотрим. По списку купим все. Видно? Я сейчас одену нормально, это я просто это. Пока. О чем видно? Застряли? Ну, второй этаж. Ты же не нажал до конца. То и не едем. А, двери закрылись. Какой сладкий? Я поехал на лифте.
Че, мы не едем? Сейчас поедем. За волшебное слово. Пожалуйста. Ну так хорошо, да, прикольно, что деревья. Вот это дерево напоминает мне то, которое у нас дома растет, только она маленькая. Угу. Мне кажется, это такое же. Да. Может, им сюда принести, потому что оно уже в потолок уперло. Делать. 2400. Штучки берем. Ну это маленький. Тут будут штучки, интересно. 5, 7, 8, 9, 10. Нет, не 4, конечно. 18, 22, 30. 30, а здесь? А, две одинаковые. А здесь 16. А, нет. Одно просто сердечко одно. Кто там-то? А сколько вам палочек? Три. Две. А, три, да, три. Дальше все будет. Еще что-нибудь? Нет, все. Так. 1298. 1300 рублей, короче, вышли. Слушай, все, сейчас Маше возьмем то, что она просила, и пойдем в машину. Домой хотим уже кушать. Маша попросила МакЧикен. Вот мы ждем заказ. У нас 0.37. Только Маше купили МакЧикена. Ну, два. Сегодня, завтра, может, съесть. Народу здесь тоже дофига, да? Нормально. Было и больше, но так. Бургерки. Ну, 37, понятно. Они получат. Ну все. Вот, забрала я машину. Два МакЧикена. Все. Сегодня будем уже только отдыхать. Надоело везде ходить, шляться. Хотим отдыхать. Сколько времени, Сереж? 8.11. Полдевятого уже почти, конечно. И мы сегодня еще ничего не ели. Я вообще только один раз чай попила. Один. Все, будем сейчас суши есть. Вот это, видишь, магазин Сумкин. Что? Сумкин магазин. Не надо? Ну, сейчас нет.